Праздник с размахом. Беличи отпраздновали свои именины. На празднике побывала и наша съемочная группа. Школа, больница, клуб, почтовое отделение и сотни аккуратных домов. Это деревня Беличи Слуцкого района. В эту субботу она отметила свой праздник. Сотни местных жителей собрались на торжество. Наше свято – это доброе и светлое свято. Тут живут и працуют, и спевают песни про свою вёску, про свою землю, працавитые, щирые и добросумленные люди. Сегодня мы с вами поговорим про историю нашей вёски, вспомним минулое, поговорим про життё. Я желаю всем вам, мои жихари вёски, и так само всем, кто присутствует на этом святе, добра, мира, достатка. День деревни – очень важный праздник, позволяющий вспомнить историю родного уголка, пообщаться с друзьями и близкими, поблагодарить значимых людей поселка. Радость праздника с сельчанами разделили множество почетных гостей. Я хотел бы от имени Слуцкой центральной районной больницы поздравить прежде всего жителей этой деревни с этим знаменательным событием, а также наших уважаемых коллег, которые здесь работают на протяжении этого времени. И как история гласит, чтобы эта деревня, так сказать, еще дальше жила и развивалась. И поверьте, сегодня прилагается максимум усилий руководством филиала по поводу усовершенствования, так сказать, возрождения. Вёска Беличи стала для меня родным домом еще 40 годов тому назад. Менавіта отсюль родом мой муж. И я дякую Богу, что встретила тут чудовных людей. Усім жадаю щастя, здоров'я і довгих год життя. День деревні – це повод чествувати лучших із лучших, сказати спасибо самим активним, порадуватися за довгожителі і самих маленьких жителей. Праздник був насичен яркой і музикально-концертною програмою. Я хотіла б пожелати цій деревні, щоб вона довше процвітала над нашою деревнею. Всегда солнце яркое светило, было людям весело всегда. И дальше, чтобы мы пополняли, не умирала наша деревня, а я думаю, все-таки будет процветать дальше. На празднике любой присутствующий мог продегустировать сладкое мороженое, сытные сыры и вкуснейший кефир, ряженку и шоколадный коктейль Слуцкого сыродельного комбината. Я рада, что попала на этот праздник и получила вкуснейшее мороженое. Екатерина Никитина, Игорь Стрижкин, Слуцк ТВ.